Здравствуйте, друзья! Рада видеть вас на канале Худышка Готовит. Сейчас я хочу показать вам рецепт многослойного торта быстрого приготовления «Молочная девочка». Обязательно посмотрите видео до конца. Будем готовить самый вкусный торт с нежным кремом. Такой торт готовится очень быстро и просто. Для приготовления такого торта нам понадобится 450 мл свежего сгущенного молока. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. На приготовление теста уйдет не больше 5 минут. Включаем духовку и начинаем готовить корж. В миску разбиваем 2 яйца. Взбиваем. Тонкой струйкой выливаем 400 мл сгущенного молока. Долго взбивать не надо. Просеиваем 180 грамм муки, щепотку соли и 1 чайную ложку разрыхлителя. Соединяем жидкую массу с сухой, все смешиваем. Долго перемешивать не надо. Теперь добавляем 60 грамм растопленного сливочного масла. Друзья, уверена, что и вы тоже любите торты со сливочным кремом. Если это так, то с чем вы их готовите? Какие ингредиенты вы используете для торта? Если приготовите по моему рецепту, пожалуйста, напишите в комментариях, как у вас получилось. Тесто готово. Противень застилаем пергаментной бумагой. Бумагу смазываем сливочным маслом. Размер моего противня 38 на 30 сантиметров. Поэтому я разделяю тесто на две части. Одну часть теста выкладываем на противень и распределяем. Отправляем противень в разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаем в течение 13 минут. До появления красивого золотистого цвета. Время выпекания зависит от духовки и может незначительно отличаться. Готовый корж вытаскиваем, переворачиваем и сразу же снимаем бумагу. Иначе, когда остынет, бумагу невозможно будет отодрать. У меня получилось 2 коржа. Они не будут с идеально ровными краями, поэтому края подравниваем и разрежем на части. Пока коржи остывают, подготовим крем для торта. 450 мл сливок вливаем в глубокую миску.
Взбивай на средней скорости миксера. Сливки у меня жирные, 35%, поэтому я их долго взбивать не буду. К взбитым сливкам добавим сгущенное молоко. У меня примерно 50 грамм. Продолжаем взбивать. Крем должен получиться плотным. Коржи получаются достаточно сладкими, поэтому я рекомендую прослаивать их не очень сладким кремом. Крем готов. Теперь собираем торт. На подставку для торта выкладываем первый корж. Смазываем корж сливочным кремом. Покрываем вторым коржем. Промазываем кремом. Таким образом собираем весь торт. Поверхность торта также покрываем кремом. Равняем, после чего отправляем его в холодильник на полчаса. Украшаем торт ягодами. У меня свежая клубника. Вы можете заменить ее замороженной черешней, малиной и черникой. Друзья, я очень надеюсь, что это видео для вас было интересным и полезным. Если это так, не забудьте поставить пальчик вверх под этим видео. Подпишитесь на мой канал, чтобы поддержать «Худышка готовит». Таким образом, вы внесете свой вклад в развитие канала. По возможности выкладывайте фото ваших результатов на Instagram с отметкой «Худышка готовит». Буду ждать. Наш торт готов. Приятного аппетита. Пока-пока.